Маст. Анфиса Михайловна из «Бухгалтерии», прикинь. Нравится? Очень. Сейчас еще из ванной пришлю. Не надо, у меня есть уже. От режиссера «Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе», «8 новых свиданий». Денег не будет, обанкротился завод. Корячишься, корячишься. Всю жизнь, а потом хрен лысый получаешь, вот такой болт. Вы синизатором пойдете? Предыдущую утонул на работе. Может, мне на панель тогда пойти? Ну, какая тебе проститутка? Я что, уже такая страшная, что меня в проститутки не возьмут? На что пойдет Макс? У этих кренделей спецовки, как у нас на заводе. Походу, приваривают они здесь друг друга конкретно. Чтобы прокормить семью. Хочешь здесь поработать? Я стриптизер. Я тебе, конечно, благодарен, но это перебор. Вот он наш лев. Красивый, молодой, дерзкий. Ты двигаться-то умеешь? Тебя взяли! Напей. Они еще скорую мне вызовут. Нет, это я здесь работаю. Работа кипит. Я туда не пойду. Там классуха наша, Бетти Борисовна Слободкина. BBC? Бомба просто. В нем тебя BBC точно не узнает. Ай, мальчик. Ай, казачок. Сейчас не заткнешься, я сам тебе не лицо прямо в подъезде, понял? Чья-то помада? Послушай, ты неправильно понял наш поцелуй. Слышь ты, козлина, руки от него убери! Обалдеть! Макс! Муж твой, Макс! Промахнулся, сука! Дальше только за деньги. Мой золотой, я из бухгалтерии. Снимай штаны. Ночная смена. Папа, у нас на переменке мальчик всем девочкам пищу показал. Мальчики не должны ничего такого делать. Это плохо. В кино с 21 июня.